Всем здравствуйте, добро пожаловать в нашу беседку. Сегодня, как вы видели название, я хочу посвятить эту беседку ответу на вопрос, который задала Елена Кулева. Звучит он следующим образом. Елене, спасибо за расклад. Можно задать общий расклад на тему отношений. Почему мужчины возле меня слабые, неуверенные и зависимостями? Спасибо. Ну, начнем с того, что я не делаю расклады на отношения на YouTube. Вот, поэтому я предложила Елене ответить в беседке на этот вопрос. Он часто очень вообще задается. И мне хотелось высказать свою точку зрения. Напоминаю, что это чисто субъективное мое мнение, исходя из опыта, как моего собственного опыта, так и опыта по раскладам, да, то, что вот я все-таки делаю на консультациях. Вот на YouTube я не делаю расклады на отношения, на консультации все-таки такие вопросы всплывают. Так вот, все объясняется достаточно просто. Почему вокруг вас такие мужчины? Потому что вы таких хотите. Хотите. Знаете, есть такое правило, есть такой закон, если так можно его назвать, который говорит, каждый получает только то, что он хочет. Вы не можете получить, то есть вы не можете притянуть то, чего вы не хотите. Второй вопрос, почему вы хотите слабых мужчин? Опять-таки, исходя из моей практики, женщины рождаются с такими, знаете, очень активными, сильными проявлениями, да, своего характера. И задача, возможно, как вариант, я так предполагаю, да, в течение жизни, чтобы женщина пришла к балансу и ушла от активных вот этих вот энергий, которые у нее есть, да, и сбалансировала их более пассивными. То есть вот эта энергия янь и инь. То есть женщины, они у нас рождаются все яньскими, с мужскими качествами, и должны прийти к иньскими. То есть они должны стать принимающими, потому что по природе своей мы все активные, мы отдающие. А мужчины, наоборот, они рождаются с иньскими, женскими качествами, пассивными, ничего не делать, вот, и должны впоследствии своего развития должны прийти к яньским качествам, да, то есть они должны стать более активными и дающими, поэтому любые трудности, говорят, сложности, они закаляют мужчину. Поэтому от пассивности, от жадности, от безактивности они должны начать активничать, а мы, наоборот, должны уйти от своей вот этого вот проявления, да, помочь что-то сделать, должны прийти больше к пассивности, к приниманию этой энергетики. Так вот, мое мнение говорит о том, что в какие-то периоды нашей жизни, если мы не сбалансируем вот эти вот две энергии, то в нас очень ярко, особенно у женщин, проявляется вот эта вот активность. Это, скорее всего, я не знаю, темперамент нашего характера многих, да, женщин, потому что все-таки же есть женщины такие мягкие, пассивные, принимающие. Вот. И, соответственно, для того, чтобы был баланс, к таким женщинам будут и притягиваться мужчины более активные. Я в какой-то период тоже задавалась таким вопросом, почему в моем окружении есть именно вот такие люди. И я также заблуждалась в том, что вот я как раз хочу такого активного мужчину, который будет за меня брать ответственность, который будет решать. Вот. А когда стала я разбираться в этом вопросе более глубоко, я поняла, что это иллюзия. Что на самом деле таким человеком достаточно, согласно Таро, да, ответственным, который берет решение, принимает решение, является император. Так энергия императора... И вообще император, это очень жесткие люди. Это те люди, которые не входят в соответствие с описанием аркана. Это те люди, которые не входят в коммуникацию. У них нет времени сидеть, что-то объяснять, кому-то разговаривать, ну, говорить. Им проще отдать приказ. То есть вот так будет. Я беру ответственность, да, значит, я решаю. Я ответственен за последствия. Поэтому будет так, как я сказал. Я не буду вступать в диалог. Я не буду как-то интересоваться твоим мнением. Я достаточно взрослый, зрелый человек, говорит император, и я могу понять, что тебе нужно, и я тебе это даю. Вот представьте теперь, если рождается женщина с очень активным, сильным таким характером, ну, например, как мой,
И я встречаю такого мужчину. Что происходит? Я начинаю с ним неосознанно соревноваться. Я начинаю с ним неосознанно бороться. Я буду доказывать этому человеку, что у меня есть свое мнение. Я буду делать так, как я хочу, даже если я такого не хочу. Да? То есть будет во мне пробуждаться дух такого борца, да, несогласия. И ясно дело, будут такие конфликты. Долго такие пары, да, где вот и мужчина такой сильный, и женщина сильная, не будет. Значит, как следствие, с таким мужчиной должна быть более мягкая, более покладистая женщина. И здесь возникает вопрос. Либо вы признаете в себе свой характер, то есть вот у меня, например, сильный волевой характер, очень мужской. Я признаю себе, что я с таким мужчиной жить не могу. Мне сложно. С другой стороны, я, опять-таки, если мужчина прям совсем в кавычках подкаблучник, с таким тоже мне будет не совсем интересно. Но я выбираю себе, опять-таки, мужчину, который так или иначе будет рангом ниже меня, рангом не сильно, но рангом ниже меня, и выстраивать с ним, пробовать с ним выстраивать партнерские отношения. Либо изначально выбирать себе мужчину ровню, не выше, а именно ровню. А если он будет ровня, то здесь не может быть такого, что этот человек будет нести за тебя ответственность. Да? Здесь будет, ну, здесь 50 на 50 ответственность. Где-то ты и где-то другой партнер. Поэтому, с моей точки зрения, это заблуждение, да, когда мы говорим, а почему вокруг меня только слабые, такие неуверенные? Потому что вы сильный волевой человек. И вот ваши энергии, они должны как-то сбалансироваться. И даже вот... Что еще хотела сказать, есть тренинги, да, которые, допустим, обучают женщину быть вот более мягче. Я тоже об этом долгое время думала, что да, как вот быть такой. Вот. А потом пришла к такому мнению, что а зачем мне быть? А зачем мне быть той, кем я не являюсь? То есть зачем ломать себя, свой какой-то характер? Почему? Потому что... В моем уже возрасте, да, настолько устаканившиеся нейронные связи и сформировался характер, что поломать себя уже надо, я не знаю, я должна быть настолько сильно влюблена в другого человека ради него, чтобы себя поменять. Потому что ну, это надо прикладывать колоссальное количество энергии. И поэтому что мы делаем? Мы одеваем маску. Да, что, а, да, я типа мягкая, покладистая. Но сколько времени ты будешь носить эту маску? Вот в чем вопрос. То есть поменять себя кардинально, это, мне кажется, я не знаю, это будет, ну, единицы. Не буду говорить, что такого не может быть, да, но это единицы. И я просто не понимаю, зачем себя ломать, когда можно... прекрасно взаимодействовать с мужчинами и использовать вот эти вот свои активные качества там, где они нужны. Я, например, всегда за, знаете, за некий такой обмен в плане чего? В плане того, что я прекрасно уже понимаю, кто я, да, свои сильные качества, свои слабые качества. И когда я начинаю вступать в отношения, да, я помогаю человеку понять себя, да, как я устроена. Я говорю, вот это вот я люблю, вот это я не люблю, вот я вот здесь вот принимаю это решение, вот там не принимаю. И исходя из этого, я узнаю также и другого человека. И вот когда я узнаю, я понимаю, что окей, вот в этом моменте я сильна, партнер слабее меня, значит, здесь мне придется брать ответственность. Но есть какие-то моменты, где я, наоборот, мягче, да, где я могу уступить, где для меня это достаточно комфортно. Значит, следовательно, в этих областях мой партнер должен быть сильнее. То есть вот это вот будет взаимоотношение для меня, в моем понимании, на равных. До тех пор, пока... мы будем более активными, да, нести прям вот 100% мужскую энергию, как женщины, я имею в виду, конечно же, мужчины будут мягче. Опять-таки, нужно ли менять человека? Мне кажется, что нет. Моя точка зрения, что нужно изначально выбирать того человека готового. Не воспитывать, но за исключением, если у вас есть такое желание, да, воспитать под себя необходимого партнера. Как показывает практика, те женщины, которые воспитывают таких мужчин, они в конечном итоге дорастают до того идеала, которого хотела женщина, а потом уходят к другой женщине. Вот и все. Поэтому я сама себе рекомендую, прими себя такой, какая ты есть. И ну, ничего страшного, да, есть какие-то плюсы в том, что человек мягкий.
Он может быть там, я не знаю, очень внимательным, ласковым. Например, человек может выражать свои легко и просто свои эмоции, свои переживания, может их проговаривать. Император никогда не скажет о своих чувствах, о своих эмоциях. Поэтому здесь вам нужно просто подумать, вам, я имею в виду, обращаюсь к Елене, почему люди такие слабые и неуверенные, потому что вы сильные. Что касается зависимости, здесь потому что у вас есть зависимость. Да? То есть мы всегда притягиваем к себе тех людей, которые находятся аналогично с нами на том же самом уровне. То есть для того, чтобы в нашей жизни появился абьюзер, должна быть жертва. Для того, чтобы появился манипулятор, в какой-то степени мы должны быть манипулируемыми. Мы, это чрезмерно эмоциональными, да, и мы в какой-то степени тоже манипулируем. То есть это все взаимосвязано. Если приходят люди зависимостями, то есть которые создают, например, для вас зависимости, то потому что вы такой человек. Если, например, человек, вы подразумеваете зависимости не в отношениях, а, например, там наркотические, в еде, алкоголе, в курении, то это опять-таки показатель того, что у человека есть потенциал, но он не знает, как его реализовать. Вот. И появляется женщина, которая сильно, активно не дает ему возможности реализоваться. Вот. И, проще говоря, люди начинают пить. Ну, то есть убегают от реальности, потому что им сложно. И вместо того, чтобы женщина помогала, создавала вот эту атмосферу, да, в которой мужчина сможет раскрыться, она все решает самостоятельно. И тем самым самооценка мужчины, она падает еще ниже. Но и мужчина не случайно притягивается к таким сильным женщинам, потому что, как правило, это прототип мамы. Очень активной, очень яркой, волевой, сильной мамы. Поэтому, мне кажется, это достаточно понятно. Ну, по крайней мере, об этом говорит мой опыт и психология. Вот, у вас, конечно же, может быть на этот счет своя точка зрения, но мой опыт показывает, что, знаете, я вообще на самом деле такой человек, достаточно лояльный в таких моментах, где, я про это неоднократно говорю, нету плохого и хорошего, есть как пара живет. Если этой паре так прекрасно, что женщина ведущая, а мужчина на вторых ролях, дай бог им здоровья и счастья. Зачем всех подводить под один шаблон, что вот, вот так надо, чтобы мужчина брал ответственность. Если женщине так комфортно, ну, смотрите, вот элементарный пример, да, когда вы просите кого-то что-то вам сделать. Я не знаю, там, я не знаю. Ну, убраться, например, в квартире, да. И вы просите мужчину, вот он берет эту тряпку и типа пыль вытирает. Взял, намочил тряпку, мокрой тряпкой, не выжил ее, хорошо, начинает пыль вытирать. И вот везде вот эти вот потеки, вот женщина ему говорит, вот так сделай, вот так правильно. Ну вот он делает, но он делает это спустя рукава. И в какой-то момент вы начинаете злиться и говорить, дай сюда, я сама это сделаю. Хоп, хоп, все сама сделала. Проще, да безусловно, проще сделать все самой. Но если вы хотите научить человека, здесь нужно терпение, здесь нужно долгое время это все объяснять. То есть нужно научить этого человека, да, потому что не потому что человек лентяй, он может и не знать, как это правильно делать. Да, и здесь нужно как раз-таки терпение. А у нас и терпения не хватает. То есть отношения – это на самом деле работа. Это постоянная работа, постоянный вклад. Нет такого, что вот ну, создали семью и все. Постоянно надо что-то вкладывать, сделать. Поэтому если женщина активна, ей, конечно же, проще все сделать самостоятельно. Ну, а если ей проще, то ясное дело, что хорошим вещам всегда быстро привыкаешь, да? Здесь не надо быть мужчиной, здесь любому человеку, когда кто-то за тебя что-то сделает, блин, зачем зря париться? Да я же не против, ты у меня будешь солнышком, да? Ты тащи на себе все, а я буду вот на диване лежать. Ну, и пить постепенно, потому что где-то все-таки внутри какое-то вот мужское достоинство, оно будет падать. Как правило, если этот мужчина уходит к другой женщине, да, которая более мудрая, то ты смотришь, как он преображается, вроде бы начинает в дом все тащить, да, чувствует себя мужчиной. Это, опять-таки, проявление с разными людьми, мы ведем себя по-разному. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, это потому что вы, наверное, сильная, очень активная, вам надо посмотреть. И б, здесь может быть вариант, что это ваши учителя, они вас чему-то учат, да, что-то вам показывают именно своим поведением.
Ваш выбор, либо вы выбираете это менять, либо, что самое важное, и об этом люди всегда забывают, что мой выбор, только это надо делать осознанно, я выбираю ничего не менять. Потому что, почему я говорю осознанно, опять-таки, как показывает моя практика, да, когда начинаешь человеку показывать решение, то есть вот это сделай, да, вот так сделай, ой, я не хочу, это долго, я, ну, ленюсь, ну, так прими тот выбор, что я делать ничего не хочу, но при этом я хочу получать результат, такого быть не может. Поэтому более честно по отношению к себе мы говорим, я не хочу меняться. Да, меня не устраивает моя жизнь, но я не хочу меняться. Это будет честно, это будет первый шаг как раз-таки к переменам. То есть принятие себя таким, каким мы являемся. Ну а дальше уже постепенно, если хотите, то меняйте. Обычно люди не меняются. Ну, чтобы поменялся человек, то есть для меня, как это, поменялся, это значит, что он был вот такой, знаете, неопрятный, неухоженный, ленивый, ничего не хочет сделать, и вдруг он стал каким-то там бизнесменом, великим, а очень активным. Вот это для меня перемены. То есть он был пассивным, стал очень сильно активным. И это не разовый какой-то выстрел, а постоянный его образ жизни. Вот это для меня поменялся человек, да, то есть человек, например, один, который вообще никогда спортом не занимался, и вдруг он стал зожником, вот для меня вот это вот поменялся. А все остальное – это небольшие корректировки. А, вот такой вот мой ответ вам, Елена, не знаю, ответила или нет, скорее всего, это вот проблема очень многих женщин. Я всегда говорю, расслабьтесь, это не проблема, это ваш выбор. Мы всегда получаем, закончу тем, чем начала в самом начале, только то, что мы хотим. И если вы очень глубоко копнете, да, то есть, ну, я предполагаю, сейчас многие будут сидеть и думать, это как же, то есть мы хотим страдать, мы хотим болеть, да, мы хотим страдать, мы хотим болеть, мы хотим быть нищими. Вот почему, вот здесь вот как раз надо разбираться индивидуально с каждым. Это наши установки. А как только мы это понимаем, очень быстро приходит выздоровление, очень быстро приходит финансовое изобилие, очень быстро приходит тот партнер, который мы хотим. И опять-таки это желание, это не от головы. Ну, то есть это я, потому что очень часто тоже в рассказах с этим сказала, я хочу отношений, а начинаешь смотреть, да вроде бы человеку и так хорошо, да, ему и так кайфово, он не хочет как-то менять свою жизнь, как-то устраивать, менять свои устои, как-то притираться с другим человеком, уступать, ну, не получится иначе выстраивать отношения. Значит, да, на словах я могу говорить, что я хочу, а по факту нет. И вот об этом я и веду речь, когда говорю о переменах. Прощаюсь с вами. Благодарю за внимание. Пока-пока.